Всем привет! Сегодня такое интересное видео. Может быть, кто-то видел у меня на канале. Видео называлось там что-то типа переосмысления мангуста, да, что там был нож как бы с титановыми накладками. Мангуст был это подарочный вариант Федеральной службы безопасности России. Вот, в общем, я его точил. Как бы тем... Хозяину ножа это очень понравилось. И в этот раз, когда он был в командировке опять у нас в республике, доверил он мне поточить вот такую вот интересную штуку. Я вот не знаю, как бы так сделать, чтобы она вся у меня попала в кадр. Давайте попробую вот так. Потому что штука не маленькая. Вот такая вот интересная штука. В таких интересных ножнах. Милита К. Россия. Нож меня просто, если честно, удивил. Хоть я и не любитель таких ножей, но этот нож меня очень сильно удивил. Вот такая вот интересная штучка. Вот такая вот офигенная штука. Это нож Шайтан с наборной рукояткой из кожи. И это именно боевой вариант ножа Шайтан с упорами, с 6 мм в обухе. Да, что это такая совсем не тонкая штука. Вот я не берусь там, да, какая здесь сталь и все остальное, но вещь меня настолько впечатлила, да, что вот каким-то таким своим, вот ты его берешь так в руку, и аж зуд идет. Вот реально хочется им воспользоваться, аж реально идет зуд. Это никакой нож не для колбасы, не для охоты. У этого ножа одна задача. Задача убивать, потому что он и обоюдоострый, что законом абсолютно запрещено для гражданского оборота. Нож на самом деле просто для убийства, да, это вот именно боевой нож такой вот, что его удобно держать по-разному. Плюс это нож как бы не просто такой, да, а нож опять же ФСБшный, опять же такой подарочный вариант. Федеральная служба безопасности. Штука меня просто потрясла. Я держу такие вещи как бы вот в первый раз, да, я там избалован американскими кабарами, согами, Онтарио разными, экстремратью, все, да, оно все классное, но вот эта штука, она вот, ты берешь ее и все равно вот, мало того, что такой вот зуд именно от того, что это офигенный нож, да, там, он мне больше нравится, чем там Desert Dagger соговский, да, вот в разы. Но тут вот еще берет такая гордость, да, я хоть и живу в Кыргызстане, я все равно наполовину я русский, наполовину я чех. И все равно вот меня берет какая-то такая вот гордость за все-таки вот за... тех людей, которые это спроектировали, это нож такой отличный. Я бы с удовольствием держал такой дом, и бы с удовольствием колол бы им яблоки. Именно я правильно сказал колол, потому что 6 мм в обухе, ромб в сечении, ну это просто ад. Вот вы видите, что вот здесь вот заминчик, здесь есть несколько заминов, что кромка кое-где блестит. Самое страшное, что нож все равно при этом острый, и я его пытаюсь держать одной рукой, а другая сторона обоюдоострая, я переживаю как бы реально не порезаться, потому что реально нож, ну, вполне острый. К сожалению, наверное, вот, что есть кое-где вот поблескивают заминчики. Вот здесь. Поэтому я эту штучку поправлю на этом же заводском угле. Ну, в общем, просто мне хотелось рассказать вам о своем восторге от этой штуки, от того, что ее держишь в руке. Это вот такая вот очень классная штука, и если у кого-то есть возможность иметь такую, не нарушая закон, ну это классная штука. Это все равно как иметь дома, я не знаю, кхукри, да, тоже очень веселая штука. Поэтому вот такая вот штучка у меня сегодня будет на заточке, точнее на правке, потому что перетачивать угол я, как уже говорил, не собираюсь, а исключительно поправлю заминчики, это вот, ну, нож отличный. Поэтому буду рад услышать и прочитать ваши мысли относительно этого ножа. Все, всем спасибо, пока.